Представленная на выставке медицинская аппаратура рассчитана на лечение широкого спектра заболеваний. Например, аппарат магнитотерапии «Алмак-1» поможет при заболеваниях суставов, сахарного диабета, бронхиальной астмой. Это позвоночный остеохондроз, болезнь у меня, лечить. Поэтому я пришла их... Алексей Манков, Николай Иванов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Атерар». Свой остеохондроз хочу лечить. Чтобы пользоваться приборами, специальных медицинских знаний не требуется. К каждому аппарату прилагается инструкция по методике лечения. Из нее можно узнать более подробную информацию, как аппарат воздействует на больные точки и в течение какого времени нужно его использовать. Магнитотерапия – это лечение остеохондрозов, артрозов, артритов, варикозные заболевания, гинекологические заболевания. Также будет выставлен аппарат МОВИД для лечения аденом простаты. Аппараты теплотерапии – это теплон и фея, лечение циститов, гайморитов, тонзиллитов, отитов, фронтитов. То есть все воспалительные заболевания, которые в организме есть, аппарат теплон лечит. Аппараты Елатомского приборного завода на рынке Казахстана уже более 20 лет. Во время выставки приобрести чудо-аппараты можно со скидкой по цене производителя. Выставка продлится до 7 февраля в аптеке «Зерде» по улице Байтурсынова и в магазине медтехники в районе «Электрона».